Глава Каменки Сергей Сакирко сегодня встретился с общественниками. Говорили о ремонтах, дорогах и жалобах. Например, у главы спросили, когда появится пешеходный мост по улице Кирова в Каменке. Люди ходят по автомобильному мосту. Это небезопасно. Есть вопросы, которые не всегда не доходят до госадминистрации, до депутатского корпуса. Это мы и проводим эти встречи. Также на встрече общественники спрашивали, когда наполнят пруды в парке Витгенштейна. Основание для прудов уже застелили глиной. Глава сказал, воду пробно запустят до конца года. Все озвученные вопросы записал, их будут решать.